Друзья, всем привет! Хороший сегодня был день в плане читаемости, я имею в виду. Вот у нас клиринг с вами был, да, дальше у нас поставили мы лой дневной, поставили дневной хай, затем сходили ниже на очень хороший крепкий уровень, картину маслом там нарисовали, очень читаемую, понятную, то есть под уровень поднырнули, там саккумулировали объем, он причем был зафильтрован в кластерах, хорошо виден вот здесь вот, да. Вот, шикарный был момент. Я там внутри него вошел первый раз. Вот здесь вот. Но что-то труханул, плюс один вышел. Потому что как-то не сильно подали наверх еще, да. И вот этот вот провальчик вниз. Просто подумал, что вот как-то сейчас мы можем вот так вот сделать, да. И потом еще пойдем, я перезайду. Вот, но... Вытащили наверх, и здесь я вот от уровня еще встал, то есть на самом уровне. И все, и дальше мы пошли, очень классный, хороший ход, размашистый. И, ну, самый прикол, вот здесь вот у нас максимальная цена была какая? 22, а у меня 25 стоял. То есть 3 тика не достали до тейка моего, да. Но я-то, в общем-то, что думал, что мы нарисуем какую-то картиночку с хотя бы локальным перехаем, я на нем выйду. Вот. Да, то есть вот раз, 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 и как вот, ну, даже пусть он микро будет какой-то, все равно думал, вот здесь я выйду. Ну и, собственно, конечно, не ожидал я вот такого расклада. Ну а когда уже стали вниз проваливаться, там, сами понимаете, все тяжелее и тяжелее закрыться. Вот, психологически я имею в виду. Ну так и досидел, в общем, до без убытка. Поэтому два первых трейда плюс два тика. Вот, совокупность. Дальше, вот просто разрисовывать не лень, если честное слово. Все эти линии опять рисовать. Еще раз от уровня вошел вот здесь. Причем входил я не лимитом, а входил я вот, ну, собственно, меня закрыли. И вот там в моменте, да, следующий бар был, я зашел. Ну и, собственно, еще один без убыток. Еще плюс один, то есть плюс три. Затем еще вход минус 10. Еще... один вход минус один, и там уже я просто вошел в шорты, потому что, ну, уже как бы все мы здесь проломили. То есть вот эта аккумуляция последняя мини, да, кластерная, попытка выйти наверх, и, собственно, здесь уже, ну, как бы продавливание в обратную сторону, я перевернулся, просто стал в шорт. И от шорта я здесь забрал, сейчас давайте вместе посмотрим, сколько. Первый тейк был 44 тика, второй 54, и третий 60 ровно. Ну, в итоге вот так вот. Ну и смотрите, как бы сильно далеко вниз-то никуда не пошли, то есть буквально дошли до следующего крепкого, да, и вот болтаемся теперь тут в непонятке в какой-то, на самом деле. Так что вот такой вот денек, друзья мои. Вот, честно говоря, вот понимаете, что значит 2-3 тика. То есть, по идее, я видел этот момент, вот когда здесь объемы выходили, это все. То есть, все, что нужно было сделать, это двинуть лимит навстречу цене просто, и все. Ну и вот опять я не смог через себя в этом плане переступить. Ну то есть проблема у меня есть вот в этом. Есть проблема, то есть причем даже сидишь, смотришь, видишь и вот, ну я не знаю, я, бывают такие моменты, что сижу, смотрю, вижу и не закрываю. Иной раз, когда картина мне совершенно ясна, понятно, что много брать здесь нельзя, что очень такая ситуация скользкая, то, конечно, там я выхожу. Но сегодня... Я, честно говоря, вообще выше ждал это все. Вот, то есть мне казалось, что... Ну так, я видел, что это вполне себе потенциальная вещь. Такая, чтобы нам сходить повыше. Вот.
Ну, что же делаешь, вышло как вышло, да, рынок есть рынок. На всем, друзья мои, у меня все. Всем удачи, успеха и процветания. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, до новых встреч и пока.